Привет, стримаши. Обзор еды. Ну, я показывал уже примерно эти продукты в предыдущих роликах. Помидорки подорожали. 65 рублей. Хурма 58 под 60 рублей. Хорошая хурма. Без семечек. Ни рот не вяжет. Что за сорт, я даже не знаю. Но вот по виду ее можно определить. Но, естественно, за всем этим надо следить, потому что может стухнуть, где-то протечь. Как вот здесь вот влага появляется, и все быстренько испортится. Но на этом все. Пока, ребята. Подписывайтесь, ставьте уведомления.